Последние дни уфимцы стали замечать, как огромные стаи ворон синхронно летают по городу. Некоторые нашли в этом сходство с сценами из фильма «Ночной дозор», а кто-то узрел в этом зловещее предзнаменование. Впрочем, орнитолог Эльза Габасова говорит, что причин для пессимизма нет. Птицы прилетают из соседних регионов и районов, чтобы перезимовать. Город дает им кормовую базу. В дневное время они кормятся на полигоне под Новыми Черкасами, а к ночи возвращаются в город. Они ночуют на деревьях и крышах высоких зданий. Они находятся в городе уже с осени. Не все обращали внимание на это. Птицы пользовались окольными путями. Сейчас они стали более заметны, так как начинается брачный сезон. Молодые птицы выбирают пару для продолжения потомства и соревнуются. Некоторые из ворон совершают, может, замечали, сложные пируэты. Серая ворона даже поет. Так привлекают внимание самок. Это их брачное поведение. Издаваемый воронами шум эксперт объяснила реакцией на хищных птиц. При появлении угрозы громкими криками они сообщают об этом сородичам. Артур Бигнов, телеканал ЮТВ.